Вадим Красносельский встретился с прокурором республики, обсудили работу прокуратуры за год и планы. Президент акцентировал внимание на сроках и качестве рассмотрения обращений граждан. Отдельно остановились на исполнении налогового законодательства. Анатолий Гурецкий рассказал, в этом году прокуратура большое внимание уделяла соблюдению налогового законодательства. Есть выявленные факты сокрытия налогов. Сейчас по каждому работает прокуратура. Уклонение от уплаты налогов – это некая брешь в наполнении бюджета денежными средствами. А, соответственно, это влияние на возможности государства выполнения его социальных обязательств. Правоохранительные органы и прокуратура при этом исходят не из карательного принципа, а в первую очередь исходят из того, что все то, что не уплачено теми, кто уклонялся от уплаты налогов, должно быть возмещено. Вадим Красносельский отметил, важно учитывать момент умысла совершения такого правонарушения и только в соответствии с этим устанавливать меру наказания. Здесь надо защищать и государство, естественно, да, здесь надо защищать интересы и предпринимателей. По большому счету для прокуратуры, что одно и что второе, очень как бы актуально и первостепенно. Да. Поэтому, если человек совершил и доказан умысел, однозначно должен ответить по всей строгости закона. Если ошибка, он должен заплатить, вернуть, так сказать, неуплаченные налоги, ну и на этом можно остановиться. Очень много обращений граждан по перепланировкам, многоэтажках. Предупреждений в таких вопросах больше не будет. В этом году прокуратура рассмотрела 4 таких обращения. Это актуальная проблема. Она порождает очень много жалоб, обращений граждан. От каких-то увещеваний, предостережений мы перешли к более реальным шагам воздействия на такие нарушения. Это тоже очень важно, потому что, во-первых, как правило, идет речь о перепланировке крупных панельных зданий, которые могут при определенных обстоятельствах могут и обрушиться. Сокращать сроки рассмотрения дел без ущерба качеству, Вадим Красносельский подчеркнул, в вопросах, касающихся интересов и прав граждан, волокита недопустима. Президент напомнил, в начале 2024-го пройдут ведомственные коллегии. Будут заслушаны отчеты о деятельности всех госструктур и планы на предстоящий год.